Выскочил. Давай, 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 есть. По чуть-чуть есть. Красавец. Ну вот, смотри, покрышки ATP гориллу сделали, да? Получается. Ты в этом месте сидел, а на новых ATP с этим рисуночком на резине пролетел потихонечку. Красава! Сейчас у нас сравнение есть. Один на гориллах, старее модель 16 года, у другого 18 модель. ЦФ рулит, да? Как-то еще в колею влез он тут. Я боком ехал. Последний наш. Что там за заварушка у нас? Застряли. Что, грызлик первый едет, не можешь проехать, да? Сейчас еще и CF-мото. Помоги CF-мото выехать. CF-мото помоги выехать. А, там еще с кем-то болтает. Анжейка. Сегодня пассажир он. Пассажир сегодня, да? Юным водителем. Что, цевка прорвался? Недалеко, наверное. Воды много, не замерзши. Антана сидит, отдыхает. Последний наш X8 остался. Нельзя его загубить. Надо беречь. Давайте, проезжайте. Помоги толкнуть. СМР на помощь. Надо толкать. Еще один. Немного подучит Антана с райдеров, да? Как ездить?
штатной резине. Нормально едет сегодня, хорошо. Там цефа мучает. Мучает цефа. Резина нужна. Цеф. О, на палку наскочил. На бревно. Разозлился, газку дал уже. Повыше. Цеф мото спасает. Проедешь, Лаймис? Не первый раз. Сейчас покажу, откуда мы приехали. Приехали вон оттуда мы. Далека. Сейчас стоим. Но сегодня серьезное испытание CF-мото. Парням дадим. Хорошо проверить себя. Красава!